Добрый день! Мы рады вас приветствовать на нашем стенде в компании «Рассвет. Традиция и качество». Наша компания производственная и оптовая. Мы занимаемся продажей и производством специй. Нашей компании уже 25 лет. Нас знают не только в нашей стране, но и за рубежом. Наши границы огромные. То есть у нас очень большой штат сотрудников и большая клиентская база. Кроме того, компания «Рассвет» является... не только занимается продажей специй, пряностей и приправ, к тому же занимается и закупкой. То есть у нас очень много поставщиков, которые знают нас и в Китае, в Индии, и в других странах нашей большой необъятной земли. Обратите внимание, данные специи, которые мы закупаем из рубежа или поставляем на внутреннем и внешнем рынке, мы их перерабатываем. Можно получить и специи, которые мы закупаем, смеси, приготовление первых блюд. Также у нас идет перемола наших продукции, то есть хмели сунели, мускат молотый, карри острый мы можем предложить. Данная продукция фасуется в ведрах, можно предложить обсыпки декоративные для мясной продукции. Появились новинки на нашем рынке, на нашей компании. Это смесь для супа, смесь для борща, сванская соль, которая очень распространена на юге нашей страны. Данную продукцию мы перерабатываем и фасуем в различные упаковочный материал, то есть ведра, 5-килограммовые пакеты с нашими эмблемами. То есть, что вы видите на стенде, у нас есть продажи в очень большом ассортименте. Также в нашей компании представлена новая линейка, это хорика, которая используется в странном бизнесе. Это пакеты, дойпаки, которые срок хранения увеличивают на 2 года. И баночки. Очень рады шеф-повара, когда мы данную продукцию предоставляем в этой упаковке. Спасибо за внимание.